Страйкбольный карабин М4 Core от производителя Spetsna Arms. В комплекте есть инструкция, сертификат Spetsna Arms, набор наклеек, каталог Spetsna Arms, бункерный магазин, более слабая пружина с номиналом М90, пластиковый шомпол, переходник с Т-коннектора на мини-тамию, карточка с таблицей самодиагностики от электронного ключа XASR и непосредственно сам карабин. Материалы изготовления: пламегаситель, ствол, цевьё выполнены из алюминиевого сплава. Верхний и нижний ресивер, труба приклада, приклад и рукоятка выполнены из нейлонового волокна. Прицельные приспособления и магазин также выполнены из нейлона. На данную модель установлена имитация глушителя, в данном случае это только бутафория, и глушитель нужен, чтобы скрыть более длинный внутренний стволик. На цевье есть респланки для установки дополнительного оборудования, например, фонарика или ЛЦУ. Также в верхней части есть респланка для установки прицельных приспособлений. Штатные прицельные приспособления – это откидная мушка и откидной диоптер. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Это спусковой крючок, переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это полностью автоматический огонь, одиночный огонь и предохранитель. И клавиша отмыкания магазина. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Регулировка происходит с помощью стандартного колеса. На корпусе привода есть голографическая наклейка Spetsna Arms с уникальным серийным номером. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. Аккумулятор у данной модели располагается внутри приклада. Чтобы добраться до регулировки, необходимо снять тыльник. Сразу в базе установлен Т-коннектор, но если у вас есть аккумуляторы с разъемом мини-тамия, в комплекте есть переходник. Также тут установлен электронный ключ XASR 4-го поколения от фирмы Gate. Электронный ключ увеличивает скорость реакции на спуск, защищает проводку и аккумулятор привода, а также обладает функциями самодиагностики. Таблица с расшифровкой индикаторов самодиагностики есть в комплекте. Внутри установлен стандартный гирбокс второй версии с возможностью быстрой замены пружины. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы запчастями от других производителей. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины М4 серии от различных производителей.